городок в России есть, и хвала ему, и честь. Просто русский городок, волговятский говорок, островок в лесах зеленых, в окружении озер. Город сказочный, Семенов, о тебе наш разговор. Покупайте, покупайте для красы и для души. Покупайте для души. Поварёшки, чашки, ложки и диковинные ковши. Ковши, ковши, чашки, ложки. Огненные кони в бликах солнца, золотые дерева. Хохлома, 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 хохлома. А теперь сказать пора о самих, о мастерах, что не мастер чудодей, нет узора без затей. Мастера резца и кисти из-под ваших добрых рук. Травы, ягоды и листья распускаются вокруг. Покупайте, покупайте для красы и для души. Болбарёшки, чашки, ложки и диковинные ковши. Терема. И одним лишь словом это все зовется хохлома. Хохлома, хохлома. И молва идет не зря через горы и моря. Восхищается весь мир. Какие чудо-краски, ух, российские умы. И по свету бродят сказки и улыбки хохломы. Покупайте, покупайте для красы и для души. Покупайте для души. Поварёшки, чашки, ложки и диковинные ковши. Yeah.